Предпроектная документация строительства моста через реку Лена, который в Якутии будет строиться при участии китайской госкорпорации Синогидро Корпорейшн Лимитед, будет готова во втором квартале 2017 года. На сегодня уже составлена дорожная карта по реализации проекта, сообщает ТАСС. Представители китайской компании уже направили в Росавтодор письмо с обоснованием основных технических параметров мостового сооружения для согласования. Вот мостового перехода общей протяженностью 21 километр обеспечит круглогодичную связь левобережной и правобережной сторон реки Лена и соединит Якутск с железной дорогой. Ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в 3 раза и составят 6 миллионов тонн.